здесь у входа обнаружен предмет, как-то похожий на какой-то вот с телефоном. Проводов нет, замотано и сверхтелефон. Так начались антитеррористические учения на районной тепловой станции. Сотрудник ПТО ГХ, обнаруживший подозрительный предмет на входе в учреждение, следуя инструкции, ограждает прилегающую территорию. Каждое действие фиксируется в протоколе специалистами отдела территориальной безопасности округа. Звонок в дежурную часть, красные ленты, таблички «Проход запрещен». Поводом для беспокойства стал небольшой предмет, который с виду напоминает взрывное устройство. Теперь в дело вступают специальные службы. Тем временем персонал покидает территорию предприятия через запасной выход, а у ворот появляются вооруженные люди. Это сотрудники Росгвардии. Они оцепляют ближайшие подходы к зданию, осматривают предмет и вызывают кинологов. Все идет по заранее разработанному плану. Сегодня мы проводим командно-штабную тренировку, практическую, по противодействию терроризму. Цель на тренировке – это отработка действий персонала руководства объекта жизнеснабжения по порядку действий в различных ситуациях. В данном случае при возникновении чрезвычайной ситуации это обнаружение подозрительного предмета с признаками взрывного устройства. Спустя еще несколько минут появляется кинолог с собакой. Несколько раз животное, натренированное обнаруживать взрывчатку, обнюхивает сверток. Но его поведение не внушает тревоги. Судя по всему, опасности находка не представляет. Ну что собачка показала? Ну что сейчас обнаружила? Взрывных веществ нет? Нет, отсутствует. Далее за изучение свертка принимаются оперативники. Они фотографируют объект и забирают его для дальнейшего исследования. Районная тепловая станция для проведения учений была выбрана не случайно. Это важный объект жизнеобеспечения, и сотрудники ПТО ГХ были готовы к учениям. В данном здании вот в момент этой тренировки находилось 28 человек. Весь персонал был оповещен, отключен мобильный телефон и выведен через запасной выход из здания. Персонал у нас знает, как уже действовать, то есть он весь принимал участие. Помимо этого производятся инструктажи и периодически, значит, объяснения коллегам, как действовать в таких ситуациях. Подобные учения проводятся на постоянной основе на самых разных объектах. Теперь специалисты установят, насколько были соблюдены все необходимые регламенты и подготовят отчет о работе участников мероприятия. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.